Начинаем КВН, ёпта. У меня и так защитный амулет стоит. От святого урона, возможно. Если он святым бьет, то да, это поможет. Я не знаю, какой у него тип урона. Кто-нибудь может нагуглить просто, какой тип урона у этого петуха обоссанного? Что, у меня соображений нет, какой у него тип урона. Спасибо. У него тип урона охрененный, потому что он бьет везде, блин, и снимает до хрена. Не супер до хрена, благодаря моей супер тяжелой, блин, броне и щиту безумному. Он все равно дикий. О, хорошо, удачно. Очень много снял. Ну, там кровоток прокнул, понятное дело, да? Так, а теперь что это такое? Теперь он полетел, а как бы... Заденет или нет? Не задел. Ставим блок. Я помню ваншот, да. Классно же. Он не долетает, но, знаете, они сделали. Ну ладно, босс пусть не долетает, но если он... Если он вдруг не долетит, он все равно убьет, потому что ваншот сделаем от камней всяких. Классно же. Я терплю, я не бью. Он может бросок сделать. Это просто, блин, ну... Так, он полетел. Это лучшее, что я могу сделать. Блок на вейке. Лучше я просто ничего не могу сделать. Что за дичь? Не успею. Так, просто блочу, и все нормально как бы. Раз улетит петух. Вот, видите, он улетел. Давайте, где он? Я не сдох? Спасибо, игра, ёпта. О боже. Ну все, он наш. Если он второй раз не улетит, он отлетит. Все, все. На колени перед перекачем ничтожеством.